Всем привет! На улице жара, на участке работать невозможно, поэтому развлекаюсь дома. У меня есть вот такой фикус Бенджамина. У него тонкие гибкие стволики, веточки. Давно хотела им заняться, ну и сейчас самое время. Он красиво свешивается из горшка. Но его все задевают, проходя мимо. Хочу соединить все три стволика вместе и закрепить на опоре. Но сначала подрезаю его, оголяю стволики в нижней части, чтобы было удобно их связать вместе. Сейчас самое время обрезки. Идет интенсивный рост. Фикусы любят обрезку. Пробую разные варианты, как его лучше связать. И в итоге решила заплести в косичку. Ну, что-то подобие косички. Можно сделать в местах соприкасания стволиков надрезы. И тогда они лучше срастутся и будет один единый ствол. Я этого делать не стала. Заплела косичку. Связала джутовой веревкой в двух местах и в качестве опоры поставила пластиковую такую палку, держатель для орхидей и привязала фикус. Получилось вот такое деревце. Мне очень понравилось. А вот и еще один фикус Бенджамина. Ну, немного другой вид или сорт. Он у меня появился недавно, его мне отдали зимой. Он имел бесформенный вид, непонятной коряшки какой-то, с торчащими в разные стороны, почти голыми ветками. За полгода немного он оброс, наросло много новых веточек, но не там, где хотелось бы. Решила убрать вот одну толстую ветку, так как она торчит в сторону. На оставшихся трех основных ветках я немного укоротила приросты. Что-то срезала совсем. В общем, постаралась сделать аккуратные деревца. Камеру поставила не совсем удачно. Виден только низ растения. Оставила на участке треногу, поэтому вот так вот на книжках, как уж получилось. Но думаю, суть понятна. Обрезаем все, что не нравится, и любуемся результатом. Ну и вот здесь длинновато обрежем. Теперь все. Красота. На данный момент делаю светильник в комнату. Все снимаю. Скоро выйдет видео. Заходите на мой канал, кому интересно. Спасибо за просмотр. До новых встреч!